Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Богатая девушка». Премьера нового сериала состоится уже осенью на канале Fox TV. «Богатая девушка» – это турецкий сериал, рассказывающий о девушке по имени Зейнеп, которая работает няней и мечтает стать богатой. Отец Зейнеп увлекается скачками и прожигает все, что девушка с трудом зарабатывает. Однажды мечты Зейнеп сбываются. На день рождения она получает большую сумму денег и пытается с их помощью выбиться в люди, готовясь к большому экзамену. Роль Зейнеп исполнит Алина Босс, одна из выдающихся звезд молодого поколения, которая в 2022 году подписала контракт с цифровой платформой Disney+ и может сниматься лишь в сериалах канала Fox TV. Партнером Алины Босс стал Тарык Эмир Текин, которому также предлагали роль в турецкой адаптации сериала Beverly Hills 90-210. Но актер предпочел проект «Богатая девушка». Тарык Эмир Текин исполнит роль богатого человека Онура Кюксала, который станет целью Зейнеп, получившей большую сумму денег, и с их помощью стремящийся поменять свой специальный статус. Это будет история большой любви и столкновения классов. Напомним, премьера нового сериала состоится уже осенью на Fox TV. Если вам нравятся турецкие сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.